Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас распечатка. Ну вот что сказала. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас распаковка заказов с Алиэкспресса. Давно я уже не снимала. Уже чего-то и какие-то вещи уже и забыла, что приходили. Ну ладно. Так, давайте смотреть. И начинаю я с долгожданных очков. Это очки от солнца. Но они такие двойные, да? Видите? Вот такие очки. Еще к ним прилагается цепочка. Ну, на шею такая. Давно я хотела очки такие, и наконец-то их получила. Вот. Вот эти очки пришли в коробке, замотаны в пуперчатки. Вот показываю вам поближе. Вот такие вот очки. Конечно, еще бы сделать мне плюс 3, как я хожу. Попробовать стекла поменять. Вот. И будет вообще красота. И вот такая цепочка. Ну, жемчуг тут, конечно, ни туда, ни в Красную Армию. Но я его сниму, переделаю немножко. Так. Так, еще. Еще у меня пришли вот такие швензы под золото. Ну, они без замка. У меня просто есть такие камушки, ну, и уже и готовые серьги, ну, которые просто только под золото подходят камням. Вот такие вот слюнявчики. 4 штуки. Самой мне их шить некогда, поэтому вот заказала вот такие. Вот такие вот штучки. Не знаю, что это. Какая-то, конечно, наверное, синтетика. Еще раз я заказывала бусины делать. Это 12 миллиметров. Редко бывает желание самой бусины делать. Но вот это вот у этого продавца хорошие они. И еще заказала я ножницы. Ну, для ткани. Слушайте, неплохие ножницы. Вот по этой цене что-то 170 рублей они, что ли, получились. Вот такие бусинки. Это стекло. И вот такие. Это акрил. Ну, так вот вставить мне бывает надо по несколько штучек. Вот, вот в такие бусы, к примеру. Я думаю, что пойдут и акриловые. Время 7 утра. Еще не разговорилась. Вот, и вот такие вот. Они потолще. Так, и вот такая штучка у меня пришла. Давно я на нее смотрела. Ее там заказов что-то, по-моему, больше 5000. Вот такая симпатичная штучка, подвесочка. Вот. Я хочу к ней добавить бусины. Будем ждать новых поступлений. Пока.